Почему? Все-таки перелом. Какой у тебя перелом? Воспаление хитрости да у тебя? Да нет, рентген не обманешь. Нет, что, правда тебе сделали рентген, у тебя да. перелом? Да. А как это ты интересно так? Вот так вот этот вот рыжий бармон вот, паразит. Во время дождя резко потянулся. Ничего себе, значит тебе надо это кальций пить. Надо кальций. Ну давай открой, посмотрим, Вань. Заценишь ты первый. Давай. Вах-вах-вах-вах-вах. Ну что, тебе легкие? О, слушай, а какие легкие-то. А толку, что вообще... они легкие? Все равно пешком не ходишь, все на машине ездишь, на метро. Я еще на метро не езжу вообще-то. Слушай, мой размерчик. Да здрасте, это 38-й. Тем более. 38-й. Зачем себе ноги так уродовать? Здрасте. Что ты урод? Наоборот, красиво. А это я Дуся заказала. Вот будет бегать. Надо еще и босоножки какие-нибудь купить. Эти на такую влажную погоду. А это я себе на работу заказала. Ходить на работу. Самое то. Удобные такие. Вообще. Классные. Вообще невесомые тоже. А красные тогда куда? А красные на выход. А, ну, куда-нибудь так, гулять. У тебя вся обувь есть? Угу. Нет, у меня еще мало обуви. Мне надо еще. Нормально. Это я бюстгальтер себе купила. Все равно по театрам не ходим. А театры сейчас закрыты вообще так-то. Забыл? Если кому интересно, то всю обувь брала в Валберис. Вот, вот эти красные, Дусикины и вот эти черненькие. Все Валберис. Вот, заказала вот эти черные, ну, как бы, тапки. И вот Дусикины пришли за один день. Они были, наверное, в Москве на складе. А вот эти слепоны вишневые, они пришли за 5 дней. Долго ждала, да. Ну, они вообще откуда-то ехали, по-моему, с Краснодарского края, что ли, со склада, не знаю. Можете меня поздравить, я сегодня подписала то, что я с 15 числа иду в отпуск на 2 недели. Радости нет предела. Отработаю 2 недели и пойду в отпуск на 2 недели. А вот, сегодня подписала бумажку. И подписала о том, что бумажку, то, что... Где я буду проводить этот отпуск? А, адрес обязательно. Россия, не Россия. В общем, там, в общем, все документы подписала. Вот какая я молодец. Все. Так, все. Муж накормлен. Я пошла спать. Какая такая, девчонки, апатия вообще? Наверное, то, что целыми днями идет дождь. Ну, просто невыносимо. Такое состояние вообще, вот, ну, вот, хочется вот так вот рухнуть вниз лицом, заснуть, проснуться, и чтобы светило ярко-ярко солнышко. Но я посмотрела прогноз погоды. Еще долго будет идти дождь. Такое чувство, как будто вот его специально зарядили, чтобы люди не ходили никуда. У нас открыли магазины. Я сходила, вот сейчас купила лифчик в этот смешные цены. Зашла в Юникло, я уже пойду. После 15-го схожу, куплю себе лифонов. Вообще, что-то я вся поизносилась. Куплю себе хороший лифон, этот пока так. Кстати, у меня девчонка знакомая работает на ну вот на нижнем белье она работает. Ехать до нее далеко не очень хочется. Так бы я съездила бы к ней, но вот она прям там работает, где вот в Саларио, далеко, не хочу. Тут купила, так отношу, 2 недели-то уж поношу его, вот будет НЗ у меня на работу ходить, дешевый лифон на работу. Не дешевые, на работу не будем ходить. Что это приготовить? А я, наверное, сейчас творог с яйцом съем, и у меня еще есть огурец. Вот я это не буду есть. Да, у меня есть еще творожок. У меня есть яйца.
И есть огурчик. Да. Ну, в общем, на 2 недели поедем с Дусей в этот... Борисоглебское поедем отдыхать. Будем там 2 недели безвылазно гулять, сидеть. Лишь бы погода была хорошая, а так все ерунда. Так, ну все, ладно. Сейчас надо будет еще вам померить вот эти ботики, показать, как они выглядят. В принципе, симпатяшки они. Симпатичные. И такие легкие-легкие. И с платьем, и с джинсами, и с брюками хорошо будет. Ну все. 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 Сейчас еще пойду бюстгальтер померяю. Ну ладно, уж не буду показывать вам свой красивый бюстгальтер. И пойду поем. Вкусненько так как-нибудь. Ладно, все. Спасибо большое. Пока-пока.